Buonanotte, signori e signorite. Мы тоже хотим рассказать о том, как мы празднуем Новый год в нашей стране. Но сначала попытайтесь отгадать эту загадку. В городе Риме дождик, темно. Ровно в 12 открылось окно. И полетело наружу оттуда деревое кресло, разбитое блюдо. Все вещи ненужные в Новом году по этой улице я не пойду. Не мучь вопросом людей. Все очень просто. На новогоднюю ночь все выбрасывают не старые вещи, разбитую посуду, старую одежду и даже мебель. За ним летят хлопушки, конфетти и даже бенгальские огни. Считается, что если новогоднюю ночь выбрасываешь старую вещь, значит Новый год купишь новую. Все итальянские дети с нетерпением ждут волшебницу Бифану, которая летает на метле и раздавает подарки в детские носки. А итальянского Деда Мороза зовут Баба Наталья. Итальянские хозяйства пекут специальный новогодний пирог, который предсказывает будущее. Кстати, я вам сегодня приготовила этот специальный пирог. Я сейчас позову 12. Раздам. Нужно раскрывать? Да. Нужно открывать, там что-то внутри есть. У меня есть старые деньги, у меня... я подожду новые. И Guten Tag, с Новым годом! В Германии считается счастливой приметой встретить на новогоднюю ночь трубу чисто. Считается, что... Guten Tag, в Германии считается счастливой приметой встретить на новогоднюю ночь трубу чисто. Считается, что кто дотронутся до трубы чистой и измажет лбом, кто будет счастливый. Немецкие детишки ждут Санта Николаса. Так зовут немецкого Деда Мороза. Он приезжает на маленьком ослике и оставляет на подоконнике сладости и подарки. Немецкие зайки готовят праздничный стол. Традиционно на столе обязательно должен быть тушеная капуста с колбасками, оладьи, блички и разные печенья. На столе в этот день обязательно должен быть блюдо из карпа. Он приносит счастье и достаток в Новом году. А в 12 часов ночи немцы встают на стул и прыгают Новый год. Считается, кто самый удачный прыгнет, у кого будет самый удачный и счастливый год. Посмотрим, кто в этом зале будет самый удачный и счастливый в этом году. Мне нужно 2 человека. Мама и папа. Мы выбираем, посмотрим, у кого у нас, у мужчин или у женщин будет более удачный год. Мама! Максимка. Максимка. И пап. Ну, а стульчик? И папу одного мы приглашаем, папу Сашу приглашаем. Ну, надо будет прыгать. А вот папа. Вперед. Вон еще папа есть. Вот сейчас еще один стул. На стуле вот еще. На стульчик. Раз, два, три. Опа! Мужчина, вы правильно!
Закрой на каблуках? Попрыгну.